И то, что мы с вами видим, это является началом нового этапа стройки в музее «Россия. Моя история». Сейчас идет монтаж под основы фасада. То есть это не фасад здания, это то, что планируется основанием на крепление фасада. Дальше идет панели фон дер Макс, которые изготавливаются резные, с художественным обрамлением, с подсветкой. Поэтому это первый большой этап. Параллельно с этим начался монтаж инженерных коммуникаций, всех внутри вы увидите. Начался монтаж инженерных сетей, внутриплощадочных, неплощадочных. И то, что мы полностью практически заканчиваем кровлю. За месяц это сделана очень большая работа. Фасад здесь будет достаточно уникальный для Волгограда. И как и днем, так и ночью с подсветкой он будет хорошо смотреться.